Фронт. И сегодня вы увидите третий день белорусской недели моды. Все самое интересное, все самое красивое, экстравагантное и эпатажное в нашей программе. Привет, Александр. Привет, крошка моя. Модный ли ты человек? По крайней мере, стильный. За модой не угонишься, но стильным всегда можно быть. А модный человек, он какой? Такой, как я. Так ты же говоришь, что ты не модный, ты стильный. Ну ничего, пускай смотрит на меня и пытается догнать меня. А модный человек, он какой вообще, на твой взгляд? Ну, учитывая то, что творится здесь, чем стрёмнее ты оделся, тем ты моднее. А по-вашему, жертва моды это кто? Человек, который слепо следует всем тенденциям и не имеет собственного стиля. Ну, наверное, я не считаю себя модным человеком. Почему? В силу того, что я профессионально к этой сфере не отношусь. Но я думаю, что любой присутствующий на неделе моды может сказать, что он модой интересуется в той или иной степени. Ну, модный тот, который следит за тенденциями, за направлениями. Тот, кто всегда стильный и актуальный. Но вы модный человек? Конечно. Скажите, пожалуйста, кто, по-вашему, жертва моды? Тот, кто порабощен брендами. Тот, кто зависим от брендов и не приемлет ничего, кроме брендов, в своей одежде. Вы очень экстравагантно выглядите. Ну, я не считаю, что это в последних тенденциях. Это скорее то, что хочется, то, что нравится. Я не гонюсь за сиюминутными популярными вещами. Скорее, я гонюсь за каким-то смыслом и более глубокими вещами. У нас специальная рубрика, которая называется «Фэшн-урок» от Анны Бонд. Мы снимаем модную глянцевую обложку. И тема, которую мы сегодня задали, называется «В рот мне руки». Знаете, знакомы с такой обложкой? Она довольно-таки часто используется. Да, да, да. Не могли бы повторить? Вот я вам скажу, это как бы надо взять руки, берите руки, пальцы, приложите к губам, прикусить, как-то, ну вот что-то изобразить. Могли бы вы? Да, могу. Гончарова одна и, можно сказать, самое главное, кто организовал сие действия белорусской недели моды. И мы ее будем тестировать на знания о моде и кино. Узнайте модный дом по коллекции. Маскина. Ну, правильно, видишь? Я Милан езжу каждый сезон на Миланскую неделю моды. Извините, в этом сезоне Маскина вместо пригласительных на показ выдал всем строительные каски. Назовите лицо моды, точнее верхнюю часть. Карл Лагерфельд. О, да, это знаменитый дедушка Лагерфельд. Назови дизайнера, который создавал футуристические костюмы для фильма Люка Бессона «Пятый элемент», в том числе забинтованный комбинезон для Милы Йовович. Она подумала бы я, нет? Нет? Ну, подсказки. Это Жан-Поль Готье, Александр Маквин или Ральф Лорен? Я думаю, Жан-Поль Готье. Ну, конечно, это француз Жан-Поль Готье. Мы учим, образовываем наших зрителей, мы им рассказываем, как правильно это делать, как правильно называть. Ральф Лорен, Левайс, Марк Джейкобс, Томми Хилфигер, Каролина Херрера. Вот Хэ нет там, Каролина Эррера. Тебе удачи, и пусть ваша неделя развивается и весной, и зимой, и летом, и чтобы мы всегда видели наших прекрасных белорусских перспективных дизайнеров именно здесь, в этом прекрасном зале. Дорогие друзья! А сейчас мы вам покажем, как видят представители разных профессий неделю моды изнутри. Сегодня в нашей рубрике «Топ-лук» мы покажем вам подбор аксессуаров красивых, ярких и экстравагантных.
наша Волка показала вам все самое интересное. Увидимся завтра. Пока!